Так, та же тележка, тоже телефон, немножечко новая модификация управлялки. Ай, снимать неудобно, конечно, камерой. Так, ну full screen само собой. Ну, какой принцип управления? Экран делится на две части. Соответственно, вперед, назад, относительно центра, вперед, назад, вперед, влево, вперед, вправо, назад, влево, назад, вправо. Мне такой вариант больше всего нравится. Посередине мертвая зона есть, в пределах которой я нейтраль. То есть ничего не происходит. Чтобы было проще. Ну, это, короче, фигня, это уже было. Добавилась кнопочка наклоны. Сейчас, если камера нам покажет. Она, конечно, не покажет, да? То есть такая кнопочка хренакс. В результате чего управление идет акселерометром телефона, то есть вперед, назад, все пропорционально, естественно. Кстати, оказалось, на этом телефоне удобнее наклонами, чем на Nokia N900. Вот, так что оставил такой вариант. Ну, собственно, вот что-то типа того.